вчера от этой вещи я не буду раскрашивать дом. Да, мы сегодня будем раскрашивать настоящий домик. А ну-ка покажи, что это у тебя, Мартын? Это домик. Давай, Мартын, открывай. Это набор домик-грибочек-боровичок фирмы Вуди. Давай, помогу тебе. Ага, какая красота! В набор входят вот такие деревянные детальки, которые мы будем собирать вот по этой инструкции. Ух ты! Где лестница? Ну давай ищи ее. Где лестница, которую ты увидел? Ну-ка. Вот это! Точно, вот она! Это окошечко такое. А это окошечко, привет! Мы сейчас с Мартынчиком будем раскрашивать наш чудесный домик. Ты рад? Да. Ну, садись на стул. Мама, открой. Да, давай я тебе открою. Что ты будешь первым раскрашивать, Мартын? Я хочу вот это раскрашивать. А что ты хочешь? Это что, лестница? Лестницу? Да. Ну вот, тогда тебе красочка. Вот это красочка. Отлично. Выдавлю вот сюда. Ну, приступай. Ну-ка, Мартын, выдавливай коричневую краску. Какой яркий, насыщенный цвет. Молодец! И Мартын начинает закрашивать наш грибочек. Теперь мама, умудренная опытом, быстренько растушевывает Мартынкину краску. Быстро. У нас получается вот такой красивый грибочек. Смотри, Мартын, и лестница видна. Ты представляешь, как нам повезло? И... О, Мартын приступил раскрашивать вторую шляпку. Только ты смотри, видишь, здесь линии. Это контуры. За контуры выходить нельзя. Потому что здесь уже начинается другой цвет. Вот здесь. Я эту шляпку. Ну хорошо, наведи линии. Молодец. Давай мне коричневый. Это будут рельсы. Рельсы? Да. Ничего себе. Вот это рельсы. Настоящие рельсы. Они могут поезд ездить вот так и будет. Там водичка грязная. Грязная? Да. Пить нельзя. Ни в коем случае. Вот так вот мы раскрасили одну шляпку. Сейчас приступим раскрашивать я шляпку второго. Я хочу покушать. Вкусно, Мартын? Сейчас мы вот продолжаем раскрашивать маленький грибочек. Все, я раскрасил. Чудесно. Что нам говорит инструкция? Мы должны раскрасить элементы, а вот потом сложить лейцы, их между собой. Лейцы, спалы. Спалы, еды, пои, не запоздалый. Не запоздалый? Ой. Пунктуальный. Едет поезд пунктуальный. Да, Мартын? У нас все поезда пунктуальные, правда? Я хочу двери раскрасить. Конечно. Да. Вот они у нас будут желтые. Смотри, какой красивый, яркий желтый цвет. Согласен? Я хочу лимонный. Лимонный, яркий. Красота. Это тебе в садике, наверное, научили так рисовать, да? Какие хорошие воспитательницы у тебя. Елена Леонидовна и Наталья Викторовна научили Мартынчика красиво рисовать. Конечно, и Светлана Владимировна, любимая нянечка наша. А кто тебе подарил такой чудесный подарок, Мартын? Дядька Андрусь. Дядька Андрусь подарил тебе. Дядя Андрей принес грибы. Вот, смотри, что это? Боже, ну-ка покажи, что это. А, краска у нас перелилась. Ну ничего, у нас специально есть тряпочка, которую мы сейчас вытрем твою чудесную ручку. Паук, мам, смотри, какой паук. Точно. Огромный. Огромный паук, надо же. Он паучин, он кусается. Кусается? Да. Боже. Умочка. Еще осталось. Ну, тогда мы сейчас пойдем и помоем ручки. Вот так мы раскрасили наши детали. А теперь давайте соберем из них домик. Да! Сейчас! Домик!
Ну что, что говорит наша инструкция? Давай. Итак, давай, садись. Садись на стул. Вот наши детали. К цветочку грибочек. Вот так. Раз. Оп. Ну что, крепко держится? О. Крепко, Мартын? Да. Давай, вставляй второй. Теперь ты. О. Вот так, вот так, вот так, вот так. О, смотри, у нас получилось. О-о-о. Вот, теперь боковушечки. И боковушечки. И теперь вот это. Вот это будет у нас впереди. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Оп, лучик. Отлично. И лучик надо. Вот это двери надо. И двери, точно, точно, точно. Двери эти будут у нас сзади. Ну-ка. Ой, ой. И надо... Раз. И вот это. Ну-ка, ну-ка, давай, давай, давай. Опа, чтобы все у нас вошло в наше. И вот это, да, да. Ух ты, посмотри, какая красота. Вот еще крышу. И только глянь. Надо же, Мартын, ты посмотри, что у нас получилось. А ну-ка, давай, посмотрим со всех сторон. Вот это да. Вот так он выглядит с разных сторон. Дай. При входе цветочек и дай. Крыша с жучком. Дверь я не вовиду. Ух ты, здорово. Мартын, а что мы будем хранить в этом домике? Давай поставим вот эти фломастеры. Оп. И закрывать. О, да. Видишь, они влезают. Здорово. Вот эти деревяшечки будут твоим секретиком. И ты их будешь хранить в этом домике-грибочке. Теперь покажу этот домик Паше. Паша видел этот домик? Нет. Ну, это мой домик. Ну, пожалуйста, Мартынчик, покажи мне. Мне же тоже интересно. Вот это, да. Давай. Ну, все-таки хоть одним глазочком глянуть на этот чудесный домик-грибочек. Ключи. А ты покажешь мне домик-грибочек? Ух ты, какой он красивый! А что у тебя там внутри? О! О! Вот это да! Это же секретики! Да? Спасибо, что поделился со мной. Теперь я включу этот фонарик. И смотри, домики! О, чудесная инструкция! Ты следовал ей? И сделал то, что нужно. Мартын, ты молодец. Дай пожать твою руку. Дай пожать твою руку. О, ты молодец. Ну что? Фломастеры. Давай, вот. Давай мне фломастер возьму. Ох, ох, вот так возьму их. И оклей. Мартын, оклей вот так. Фломастер сильно вот так. Ну, сейчас попробую. Та-ра-та-та-та, у меня получилось. Вот сюда надо рисовать. Ну, ты помнишь, где можно рисовать? Вот это бумага. Да, мы рисуем только... Вот бумага. Положи инструкцию, давай. Мы рисуем только на бумаге, да, Мартын? Где мы рисуем? Сюда. Давай я порисую на столе. Нет, на бумаге только. Ну ладно. Нарисуй лавку. И трактор. И трактор? Ну ты даешь, дружок. На свидание дано лечь. Папа, сын видит? О, ничего себе.